день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Буквально, если можно, пару слов вот о нашем как раз шоколаде, который сейчас приехали к открытию. Я прямо. Да, приезжая за этим шоколадом, мне очень нравится, потому что то, что продают в наших супермаркетах, это есть совершенно невозможно. Там одна химия, а здесь я его делю, этот пакет, на несколько частей, чтобы сразу все не съесть. И у нас в семье чудо-драки не доходит, каждую вот взвешиваем на весах. Очень вкусно. Вот сейчас я взял первый раз черенику в шоколаде. Я думаю, это также будет прекрасно, да, и хорошо. В общем, мне все нравится. Благодарю. Специально вот вы приехали прямо перед работой. Да, бежите уже. Я специально приехал на эту выставку перед работой. А на этой выставке специально к вам первым подошел, чтобы купить ваш шоколад. Благодарю за отзыв. Благодарю. И вам также. У нас выпускается 4 вида шоколада. Итак, молочный. Это суперхит. 95% выбирает вот просто его, хотя другие безумно вкусные, если сравнить с любым другим шоколадом. Но, тем не менее, это номер один. Давай, Юрий Андреевич, мы вас очень благодарим за то, что вы оставляете такой продукт. Мы купили одну пачку и пришли вот еще, я не знаю, за сколько. Мы очень быстро ее съели. Да, очень вкусно. С детишкам очень понравилось. И это очень здорово, что есть такой шоколад, который... Ну, он им нравится, во-первых, по вкусу, да и вам, я думаю, каждому. Мне очень нравится. При том, что этот шоколад не вредный, как обычный шоколад. Во-первых, сырье органическое, во-вторых, ни одного жареного компонента, то есть он сыроедный, его можно съесть. У нас тут есть клиенты, реально есть такие люди, которые каждый день едят по полкило. Вот каждый день. Да, таких людей у нас очень много. И, то есть они берут 20, 30, 40 пачек по полкило за раз. Вот, серьезно. И никаких проблем, потому что это фитокалории, а не калории. И та теория калорийности не верна при живых продуктах. Вообще она не работает. Это бред. Поэтому этот шоколад, это чуть ли не единственный продукт, который вот именно супер вкусный, привычный. И детям, ну согласитесь, они уже химию. Зачем им есть, когда им это не менее вкусно, чем поганая химия, правильно? Да, и я могу добавить еще то, что здорово, что здесь нет кофеина. Ну, конечно. Что очень важно для детишек. Что же это за вот этот шоколад молочный? Веганский сыроедный шоколад. Не один ингредиент, а их здесь много. Во-первых, все органические био-ингредиенты. Известно откуда, как, что. Например, вот какао-бобы собираются в Перу. Местные племена собирают. Это даже не органические продукты, это еще выше уровень. Взяла плитку черного и ребенку взяла вот этот вот дропсы. Ну, молочный. Молочный, да. Так называемый. Так, знаете, и какая реакция? Почти всю плитку съела сразу. Ну, конечно. Не ожидалось, что может быть такой вкусный шоколад. Сладость просто великолепная. То есть вот такая концентрация сладкого, что он и не приторный, ты можешь есть за столом. Глазурь великолепная, то есть ломается отлично. Упаковка просто шикарная. То есть ты видишь, что продукт сделан. Вот человек продумал все от и до. Ну, конечно, но это вкус. Вот самое главное. Продукты, вот, честное слово, никогда шоколад вкуснее не ел. Ну, благодарю за... Просто в восторге. За отзыв. Давно хотели записывать, видите, все как-то то руки не доходят, то лень. А, конечно, людям, нашим зрителям, которые вот из дальних регионов, конечно, услышать мнение людей, это лучше, чем когда мы сами, как говорится, расхваливаем. Но это действительно продукт, за который... Но гордость берет, потому что у нас его берут во многие страны мира. Десятки стран даже покупают. И даже в Швейцарию. То есть, ну, где, как говорится... Вот вкуснейший шоколад, точно. Благодарю. Благодарю за отзыв. Бобы собираются в дикой природе. То есть, когда растения в симбиозе с тысячами видов других растений выросли, это совершенно другая пищевая ценность. До 600 компонентов различных, включая биофлавоноиды и прочее, так сказать, содержится в какао, пока он, значит, живой, пока он не убитый термически, да? Это очень полезный продукт. Масло, какао, прочее. Все это до 38-40 градусов. У меня просьба. Ну, пару слов о нашем шоколаде. Вы сейчас тоже покупаете, я знаю, да? Сколько там? 5 пачек, да, молочного? Пачек, по полкило. Я думаю, будет мало. Очень вкусный шоколад. Его не может быть много. Не может быть. Причем остановиться очень трудно. Но зато последствия в виде каких-то высыпаний, чего-то там нету, правильно? Вообще никаких высыпаний, никаких последствий. Вообще мне посоветовал ваш шоколад мой друг.
знакомый. Так. Вот. Сказал, что действительно опасная вещь. Говорит, начнешь, не остановишься. Но зато безвредно и приятно, что важно. Да, очень, да. То есть это тот уникальный случай, когда очень вкусную вещь можно без опасения есть, и вред для здоровья не принесешь себе. На самом деле я рекомендую его всем. У нас очень вкусный, очень полезный. И вот я беру себе. У меня взрослые дети, но вот я хочу, чтобы они питались правильно. Для конечно. Них тоже покупаю. Поэтому удачи вам и процветания, и делайте побольше. Благодарим. Вкусных продуктов. Благодарим. Конечно, будем делать. Всего спасибо. Хорошего. Благодарю. Здесь у нас в стране мы делаем этот шоколад, применяя сложные технологии, очень дорогое оборудование. Например, вот такие корундовые по 3-килограммовые шары, их 300, то есть почти тонна, раскатываясь вот так по кругу. Очень долгое время, это много часов, сутки. До наночастиц, до молекул, поэтому он тает во рту. Это невозможно сделать на кухне, даже в самом лучшем блендере. Ну, это смешно просто. Добрый день. Вот сейчас вы пришли тоже, набираете сколько там... 10 по полкило, да? Нашего молочного, конечно, да, шоколада? Молочного и темного. Темного тоже. Пару слов. Скажите, как вам вообще наш шоколад? Шоколад просто исключительный. Если брать в магазине хороший элитный шоколад, то есть он ничем не хуже, а наоборот лучше. И за счет того, что он еще и полезный, то есть, мне кажется, вообще... Ну и как дети? Дети с удовольствием. Последствий никаких там прыщей, высыпаний? Нет, точно никаких. И, конечно, они после этого уже никакой химии не хотят есть, наверное, да? Нет, они не едят обычный шоколад. Ну, благодарю вас. А вы темный, какой больше нравится, все-таки молочный или темный? Я предпочитаю только вот либо элитный, ну, либо в темный. В гранулах? Да, в гранулах. Но мне молочный слишком сладкий. Бывает такое некоторым людям, да, а детям в основном, наверное. Дети молочные. Но это естественно. Ну что ж, благодарю вас за отзыв. Благодарю. Почему он сладкий? Потому что там виноградный сироп сыроедный, живой. Сироп нужен для как раз консистенции определенной вязкости, иначе сверхплотный продукт получится. Создают и консистенцию, и плотность, и, в общем, ну, это тысячи экспериментов, это очень сложно. Когда познакомились первый раз с шоколадом, были в шоке, потому что мы не могли поверить, что можно такой вкусный шоколад сделать из растительных продуктов. Для сладкоежек это просто рай. Конечно. Единственное, если кушать шоколад, то только это, другое даже, в принципе, я не рассматриваю. И дети будут просто в восторге, потому что и полезный, и сладкий шоколад. А вот теперь при этом вопрос такой, никаких прыщей, высыпаний, нет, аллергии? Нет. Нет, самое чувствуется. Главное для девушки и женщин. Два года я кушаю, в принципе, только насыщенную пищу, и уже чувствуя немножко, что в тебя входит, этот шоколад очень легко входит, его можно скушать очень большое количество, скажем так, даже с определенным азартом, что чрезмерно кажется было бы, никаких негативных эффектов от этого нет. Благодарю за отзыв. Почему же такой молочный вкус, спросите вы, достигается? А дело в том, что там галозерный овес, проростки, молочко из него давится. Значит, а потом лецитин кедровый, жмых кедра, потом до наночастиц тоже измельчается вот так вот, как я говорил. И немного миндального орешка в определенной стадии проращивания там, значит, вот. И другие интересные прочие ингредиенты. Дорогой Юрий Андреевич, ваш шоколад потрясающий просто. Мои внучки едят его, можно сказать, килограммы. Я сама могу съесть, не останавливаясь. Никаких последствий. Вот. Это самое главное. Вот что очень важно, да, людям знать. Это... Да, и еще вот что потрясающее. Неимоверное количество сил после него прибавляется. Почему? Непонятно, но это... Это факт, да? Да, да. Покупайте все. Благодарю. Вот в таком вот ванильном шоколаде, который идет вот в таких плитках по 100 грамм, вот он прям в упаковке такой близкой к классической, да, значит, вот так ломается, ну и, соответственно, на маленькие пластиночки, кусочки удобные, по 100 грамм. Там один из натуральных сортов ванили, сорт бурбон используется, вот, выращенный, значит, на органических плантациях в Мадагаскаре. Ванильный шоколад, очень вкусный, твердый, 75% какао. Твердый, черный, такой, как любят те, кто любит более горький шоколад, хотя он, конечно, горько-сладкий, но он очень сбалансирован. Ну, расскажите пару слов о нашем шоколаде. Вот вы приехали специально, да, за ним? Да, мы приехали специально за ним, и шоколад... Самое главное, что от молочного шоколада обычного ничего по вкусу не отличается. И всем, кого мы угощаем этим шоколадом, кто даже не веганы, они совершенно не замечают никакой подмены. А учитывая, что он еще полезный, вот мы за ним, да, в конце каждого месяца ездим за его покупкой. Здорово. А сколько штучек вы сейчас берете? 10 пачек. По полкило, да? Да, вот на месяц нам этого хватает. Да, здорово. Да, у нас многие берут по 10.
20 пачек, ну кто как. И я вот смотрю тоже, и кожа хорошая, никаких последствий, ни прыщей, ничего. Нет, пока не замечаю. Ну, естественно. Ну, отлично, благодарю. Это трюфель. Это, друзья, шоколад с уникальным вкусом. Он прям вот как классический советский трюфель в лучших, так сказать, старых, правильных ГОСТовских, так сказать, пропорциях. Но там шел коньяк. Нашли технологию, как сделать подобный вот вкус. А очень просто. В природе все есть, но только, так сказать, просто вот мозгов не хватает, что ли, или, так сказать, желание, я не знаю, сложно оформлять. Да, это сложно оформлять без сахара. Попробуй оформи. Знаете, как эта сертификация без сахара идет? Это просто сложнейшие вещи. Значит, идет экстракция желудей. Желудей получается вот дубильные вещества, вот этот особый такой тонкий вкус. Да, если его в холодильник положить, корочка будет такая тверденькая, значит, такая снаружи, вот прям, а внутри мякоть, прям вот, как говорится, как, ну, не лопается, но такое прям мягкое. 10. А, 10 вот по полкило, да, вот эти? Вот. А, ну, если можно пару слов о нашем шоколаде? Вот вы его не первый раз ведь берете, да, у нас? Очень вкусный шоколад. Очень. Не можем остановиться, пока все кушаем и кушаем. Ну, и бывает, что за раз много съедаете. Ну, и проблем никаких. От ребенка приходится прятать даже, он прям не может остановиться. А вот если много за раз съесть, есть какие-то проблемы? Нет, побочных. Ну, конечно, нет. Да. Это просто вот важно для наших, почему зрителей. Благодарю за отзыв. А вы говорили, для знакомых каких-то что-то, да, вот? А, я угощал знакомых одним шоколадом. Они не верят, что там нет молока, но на самом деле молока там есть. Шоколад очень вкусный, вот, безумный шоколад. Да, мы сделали именно так, чтобы он был один в один. Вот как бельгийский, швейцарский молочный шоколад, самый лучший. Не сравниваем ни с каким шоколадом, просто шоколад на самом деле очень вкусный. Конечно, и поэтому у нас его даже в Швейцарию берут. То есть во многие страны мира уже, не то что по России. Ну, благодарю вас за отзыв. Это для нас важно. Сколько хранится? Хранится он в холодильнике год, так полгода. Ну, начали есть, открыли упаковку, она асептическая, вы видите, внутри, так сказать, по-любому, да, вот такая вот. Открыли, ну, съедайте за 2-3 месяца, это же съедите. Добрый день. Ну, вы же у нас постоянно шоколад берете, да, наш? Не первый год. Не первый год. Ну, пару слов скажите, как вам вообще, какой нравится, почему, то есть ощущение? Ну, я сладкоежка, и по составу, так сказать, вижу, что это шоколад, а по вкусу не отличается из той жизни, так скажем. Ну, и подсел с первого раза, если таким наркоманским языком. Бывает, много съедаете за раз? Ну, вообще, я, ну, вот по полкило пакет беру, я сразу половину могу легко. В основном это пачка в день. Вот люди реально открывают пачку в день. Вот были случаи, когда вот женщина, она купила на выставке, едет и приехала в свой город, там 3 часа ехала, съела пачку, удержаться не могла. Не то, что плохо, хорошо. Попробуйте такое с химическим проклятым, это плохо станет. Покупаем не первый раз и не второй. Мне кажется, на выставке ходим зачастую только для вас, вашим шоколадом. Очень любим, очень вкусно, съедается там за день, за два. И, ну, у вас просто. И какие реакции? Это самое положительное, и нет тяжести, и, вы знаете, вот когда обычно шоколад ели, там все время как-то во рту потом прикус плохой или еще, а после того шоколада нет, это ничего. Ну так и должно быть. Благодарю вас за отзыв. Самый вкусный веганский шоколад, который мы когда-либо получили. Благодарим. Действительно, так очень, конечно, приятно, когда, ну, по заслугам оценивают люди наш. Такой. Вот. Ну, вы же не первый раз уже берете, да? Да, я его сзади. Я вот беру, прихожу домой, и все, его больше нет. Его нет, ну, естественно, как да, и все. Да, правда. Вот очень вкусно, очень быстро уходит, но... Ну, на здоровье. Благодарим. Я вообще очень люблю ваш шоколад. Особенно мои дети очень любят. И я могу спокойно дать только ваш шоколад своим детям, потому что я точно знаю, что там ничего нет вредного, все полезно. И они его очень любят. Ну и проблем никаких, ни высыпаний. Проблем ничего. нет, конечно. Ну, конечно. Ну и дети, бывает, наверное, много съедят за раз такое. Ну, много все равно, у меня есть ограничения, но это... в любом случае, у меня всегда запас вашего шоколада всегда есть. И на ярмарке как раз приходите пополнять, да? Спасибо. Ну, благодарю вас за отзыв, благодарю. Как-то однажды я приезжал к вам специально, чтобы именно этот шоколад попробовать. 2 дня где-то ел его с большим удовольствием, не мог оторваться. Большое спасибо за шоколад. Мне очень нравится. Да. Благодарю за отзыв. Я беру уже не первый раз молочный шоколад. И мне никто не верит, что он без молока. В общем, молочный шоколад у вас самый вкусный, честно сказать. Благодарю. Это объективно, да. Поэтому у нас даже в Швейцарию его берут. Да, серьезно? Да, да. Во многие страны мира. В Канаду, в США, в Швейцарию, в Корею отправляем во многие страны. Здорово. Ну, а она, ему объективно аналогов нет. Это... Согласна. Ну, благодарю спасибо. За отзыв. И вам, да. Thank you.
Thank you.